Я представляю фонд «Кинотеатр». Это обозначено у меня на груди. Фонд много лет уже тоже поддерживает фестивали. И мне очень приятно, что сегодня, я считаю, феерически закончится программа, связанная с курортным районом. То бишь, наши любимые места Коломяки, Терееки, Овола и так далее. Нужен микрофон? Плохо слышно? Да, давайте. Добрый вечер. Еще раз. Вот так будет лучше, наверное. Сегодня программа заканчивается в курортном районе, программа фестиваля. Заканчивается она абсолютно символически. Все знают, что этот год, год перекрестных двух юбилеев, 175 лет Петру Ильичу Чайковскому и 150 лет Яну Сибелиусу, кое, собственно, присутствует лично на, фотографически на программе нашего фестиваля. Завтра у нас такой day off, и на выходные фестиваль уезжает в Выборг, собственно, отражая свое название в сторону Выборга. И, собственно говоря, эта программа также будет представлена в Выборге, в библиотеке Альваро Альто, уже в субботу. Вы фактически первые слушатели ее. Но особо приятно мне сообщить, что уже второй год фестиваль живет не только на территории России, но и на территории Финляндии, сегодняшней границы, которые очерчены за Выборгом. И в декабре месяце этого года, собственно говоря, эта же программа будет представлена в Котке, в Порву, в замечательной церкви, в концертном зале. И 7 числа, собственно говоря, между двумя замечательными финскими праздниками, Днем независимости Финляндии, который отмечается традиционно 6 декабря, и 8 декабря, собственно говоря, день рождения Сибелиуса, 7 числа программа будет представлена в Хельсинки. Впервые фестиваль доберется до Хельсинки. В посольстве Российской Федерации. В замечательном зале посольства Российской Федерации в городе Хельсинки. Так что всем вам приятного вечера. Программа очерчена. Исполнители сейчас будут обозначены выдающимся музыкантом современности, моим большим другом Алексеем Гриболем, которого, собственно, я приглашаю на сцену. Юбилей Сибелиуса отмечается во всем мире, не только в Финляндии и в России. Будут концерты в Нью-Йорке, в Карнеги-Холл, будут концерты в Париже, в Лондоне. И нам очень приятно, что, возможно, мы одни из первых, кто вот сегодня будем слушать музыку национального классика Финляндии в сочетании с музыкой нашего национального классика Петра Ильича Чайковского. В этом уникальность программы, во внутренних связях, во внутреннем даже диалоге двух композиторов, которые не были знакомы, но оба принадлежали к так называемому романтическому направлению музыки. Сегодня абсолютно уникальный состав исполнителей. Я сразу всех назову, а потом вы будете приветствовать их аплодисментами. Юлия Карпачева, постоянный участник фестиваля, многократно гастролировавшая во всем мире. Ее партнерами по сцене были Юрий Башмет, Идун Кремер. Она выступала под управлением ныне главного дирижера Берлинской филармонии Саймона Рампла. Большой мастер, большая актриса, огромная количество сочинений, в том числе таких авторов, как Гея Кончели, посвящены Юле, и она являлась их первой исполнительницей. Вторая певица также не нуждается в представлениях, это мировая звезда, солистка многих оперных театров мира, но мы говорим и называем три главных театра, где выступает эта артистка, выдающаяся меццо-сопрано нашего времени Олеся Петрова. Это Михайловский театр, это Рижская национальная опера и Нью-Йоркский театр, знаменитый Метрополитен опера, где Алиса проводит сезон с января по апрель. Рустам Камачков, один из лучших виолончелистов не только своего поколения, как написано в программах, но и вообще в нашей стране, стремительно за последние годы завоевавший лидирующие позиции в инструментальном исполнительстве. Сейчас мы исполним с Рустамом Камачковым такую монументальную очень вещь для виолончели и фортепиано. Это у нас с Рустамом премьера,
Ну, надо сказать, что и вообще в России почему-то эта вещь, она называется меланхолия, звучит крайне редко. И вот мы, пока шел фестиваль, ее отрепетировали. Сейчас первый раз вам ее представим. И надеемся, что она станет такая репертуарная вещь для нас, потому что действительно очень серьезное, глубокое, мощное произведение. Рустам Камачков. Первый авторский концерт Чайковского прошел по инициативе Николая Рубинштейна в Малом зале Благородного собора в Москве. Чайковский был тогда молодой профессор Московской консерватории. В этот концерт входили вокальные сочинения, фортепианные сочинения. И Рубинштейн предложил Чайковскому писать квартет для этого концерта, потому что денег на оркестр, чтобы исполнить, например, уже написанную к тому времени увертюру «Фантазию Ромео и Джульетта», гениальную, не было. И вот возникла идея написать квартет. Чайковский сделал это. На этом концерте, на первом авторском вечере, присутствовал Толстой. Внутри квартета есть вторая часть «Анданте Кантабиле», абсолютно гениальное произведение, самодостаточное. И Толстой разрыдался после этого исполнения, сказал Николаю Григорьевичу Рубинштейну, что, по-моему, мы начали жить в эпоху этого молодого человека, что так, в общем, и произошло. И вот сейчас Рустам Камачков сыграет. Это очень интересно услышать то, что играет скрипка в квартете, соло-скрипки, на виолончели в специальном переложении, которое сделал для нас ассистирующий мне сегодня Павел Коновалов. И я приглашаю на сцену Рустама. Чайковский, «Анданте Кантабиле». Спасибо замечательным музыкантам. Я хочу, чтобы на поклон вышли к нам не только вот мы сегодняшние участники, но присутствующие на концерте Рами Самханна. Давай-ка на сцену. И Павел Коновалов. Ребята, давайте. Эти аплодисменты, они тоже вами заслужены. Спасибо прежде всего композиторам Яну Сибелиусу и Чайковскому за то, что они доставили нам такие минуты блаженства. В общем, так дайте им тоже поаплодируем. У них юбилей. Я хочу сказать, что мы действительно послезавтра уезжаем в Выборг, но не могу не назвать тех, кто действительно помогает. Но прежде всего мы очень благодарны нашей любимой Зеленогорской школе искусств, потому что здесь Бобби Штейн, потому что здесь прекрасные классы, здесь замечательная атмосфера, и здесь потрясающий директор Аля Григорьевна Болдырева, ее нет, но мы всегда ей как-то передаем мысленный привет. Я хочу сказать, да, огромные слова благодарности друзьям фестиваля, постоянным друзьям фестиваля и тем, кто присоединился. Вот, например, Леонид Туропов первый раз, значит, у нас в качестве вот нашего близкого друга, а он зафиксировал на камеру все концерты. Леон, спасибо. Просто сам, удовольствие. Вот. И, конечно, слова благодарности Институту Финляндии, который начал со мной делать этот фестиваль, продолжает эту работу. Слова благодарности вот вместе сидящим Станиславу Ершову, президенту фонда Кенного театра, его супруге Людмиле Борисовне Кудрявцевой, представляющей. Роскошный автобус, на котором все приехали в Пенаты, подарила нам Людмилу Борисовну Кудрявцеву. Людочка, спасибо большое.
Ирина Александровна Снеговая, Вячеслав ее муж, Ирочка, Ирочка Снеговая. Мы хотим поприветствовать. Саша Браво, который просто вот, ну, душа Зеленогорска. Саша, поднимись, пожалуйста. И сотрудником Института Финляндии, вот сейчас Лены Перовой дочка, Вероника, она, вот мама уже поехала в Выборг, Лена, организовывать вот фестиваль, как мы называем, выборгскую часть, а сотрудники, молодые девушки, чудесные, они нам тоже помогали, вот в лице Вероники, им тоже радостно. Ну, конечно, вам, Катунь, Дима, мама, все наши друзья, кто приезжает, кто, так сказать, приходит, огромное спасибо за то, что мы были эту неделю вместе. До новых встреч!